очереди. Сейчас, погоди, Макар, сейчас Максим, потом ты спокойно. Давай. Это мне пригодится. Сам прыгнул, вылышка летит. Можно снять? С ногами оплатил. Молодец. Можно снять? Переворачивайся на другую сторону. Молодец. Я хочу пятерку, но маме виси. Да, виси. Сейчас помогу, да. Ой, ты крови хочешь? Нормально? Давай, раз, два, три. Ты крови хочешь? Раз, два, три, прыгай. Никита, не делай! Стоп! Слезь. Ну почему? Потому что Никита мушки еще не освоил под водой. Не, я помогу. Вот иди, потянись к себе. Качайся. Не, сейчас ты. Молодец. Чего, Кать, стой. Катился сразу. Никит, вот когда ты потянешься 10 раз, тогда тебе можно будет элементы покруче делать. Раз, два, три, пошел. Никит, как только 10 раз подтянешься. Правильно ведь? Я возле тебя. Всем спокойствие. Здесь. Я хочу, чтобы все научились, как Роман, элементы делать. Ну, я помню, когда ты залезал на большой. Если вы будете все как один... Я лучше Рома Вин делаю. Ну, допустим. Нет. Допустим. А я лучше 82 и супру. Кука за цепочку 180. Дабу, то, что сейчас дабу 540. Все соревнования показывают. Дабу, то, что сейчас дабу 540. Три по 540. Сейчас, погоди, что там? Никита, ну-ка, что ты там говоришь? На большом хочу такого. Ты сначала покажи Сергею Сергеевичу на маленьком. Нет, вы мне разрешали. Ну тоже, на большой, парни, на маленьком сначала отточите идеальные действия, безупречные, отточите. Отточить, это значит очень круто сделать. Ребятня, безопасность должна быть превыше всего, пожалуйста. Кто будет хорошо? Что, Роман, говоришь? Никит, надо сделать. Нет, топорик он очень круто делает. Он очень круто делает. Надо подъем переворотом сделать. Сергей Сергеевич, а знаешь, почему они не делают? Ну, все. Потому что им тяжело. Я еще попробую тебя поднять. Им тяжело. Не Макар, ну тебя Ром попробует, поможет тебе, поможет. Ну да, я вот так вот хотела. Сергей Иванович, почему все на большом? Ну как, не все, нет, они по очереди. Никит, иди сюда, брат, они по очереди делают. Все, успокойся, дай пяти, успокойся. Почему? Давай, Алло. Макс, я все внизу. Все, давай спускайся. Сейчас я. Ага, давай. Палец. Ручки не помогай. Пошел сам. Два. Пошел. О! Блин! Я случайно вашу руку задел. Вот видишь, как мне руки, это больно. А зачем? Это на пульсике, чтобы суставы били. Да? Сейчас. Чужое лучше не брать. Прыгай, я спотянусь. Я просто не умею.
кольца, давай на кольца. Ничего, братан, заявляться будешь? Нет. Хоть просто съесть в субботу. Аня, я не буду участвовать. Давай, не, если давай. Хочешь, ты можешь посмотреть. А если не хочешь там быть, ты можешь просто поучаствовать. А можно просто поддержать наших ребят съездить. Похлопать. Я думаю, я поеду, но я не буду участвовать. Просто посмотреть? Хотя бы просто посмотреть. А сколько? 10:00, суббота. Можно? А я не тренер, я воспитатель. А куда? На Макдайзе наступили. Кто? Никита. Никитос, не балуй, братан. Что, случайно, Никит. Во-первых, не... Разберем, тихо. Ой, что, разломал? Нет, сучка, есть. Стоп, Никит. Он правильно на нее встал. Случайно. Тихо, случайно, стоп. Успокойся. Отходи в сторону, чтобы не дышите на Макдайзе, парень, дышите. Хорошо. Блин, Роман, Вадим, но если мы его так сложим, ничего страшного? Как? Ладно, простите, вот так мы в пакетик сложим. А, у вас пакет рваный? Нет. Целый? Вот так. Знаете, какая штука? Сюда не ложить, а ложить туда, чтобы никто не ходил. Ладно, ты еще раз. Лады. Парни, Никита, простите. Никитос, братан, дай пятюню. А покажи свою ногу. Дай пятюню. Да, блин, ногу нормально. Дай пятюню. Вот здесь маленькая опасность. Ну, ты не глядя мог на телефон наступить, или на твой iPhone 40. Нет, он всегда там. Представляешь, наступили бы. Наступили бы. Стрём, не раздавали бы. Да никто бы не наступил на сумку. Погоди, ну ты же телефон, помнишь, бросал? Нет, ну кто там? Нет. Как кто-то нет? Я может тебе сколько раз говорю, ты бросал телефон. Где? Кто помнит? Кто из игру, кто помнит, Никита бросал телефон. Где? Вот здесь ты там в игру играл, вот так вот бросал. Я тебе говорю, Никита, не бросай, айфон там такой дорогой. Неправда. Я его нигде не бросал. Да? Но мне кажется... А Макс почему сидит? А Макс сейчас попьет и отожмется 10 раз, да? Максим, не сиди на диване. Все, ребятня, команду мою, послушайте, пожалуйста. Сейчас время 8 часов, позвоните родителям, скажите, что вы... Блин, я хочу сделать кубик. Как он называется, этот элемент? Соскок стульникака. Молодец. Можно мне соскок стульника попробовать? Какой? Ладжгейнер? Нет. Соскок. Из положения сидя? А ты это хоть раз сделал его? Да. Делал? Ну давай, можно пойдем. Можно мне тоже? Сейчас мы посмотрим, как он сделал. Посмотрим. Максим, ты пошел? Все, брат, давай сидим. Все нормально? Все, веди себя хорошо. Ладно, как же, Максим? Сергей Сергеевич, вы попрощался? Я тогда после него. Красавчик. Я после него. Все, сейчас, спокойно. Сейчас, давай, возьми. А, ты тоже на пол сидел? Давай. Я попробую найду. Я просто... Ну, что происходит? А родителям говорить.
Да почему им не надо?
субботу. У нас для родителей занятия. Никит, ну пожалуйста. Ты батя позвонил? Никит, не обманывай, я не слышал твоего голоса. Все, ребята, вы все, макайте, всего доброго. До субботы. Да? В субботу Петр Владимирович приедет, раскрытие, посмотрим, как вам помогает. Да почему? Вот это ты мог не брать. Парни, маты складывают. Либо собираемся, подать последний подход, мы маты сами уберем. А, не я еще не знаю. Мы маты сами, Роман, уберем. Последний подход. Никит, посмотри, пожалуйста, Павел. Зачем? Ты позоришь папе, он зайдет, и мы примем снизу на день. Что? Сам? Он батя поднимется или Маша? Ну, на его глазах сделаем на меня. Сам? Да. Без вашей поддержки? Я буду рядом с тобой. Ну, сам? Да. Звони бате. Я пошел. Роман, как последний глоток воды. Аккуратно, Роман. Нам приходит Сергей Сергеевич стоять как сторожевые сторожи. Вас, чтобы вы не пришили друг другу. Никита, позвони, пожалуйста. Даже больше, чем он находился вообще под ударом. Ром, пятка в лицо, это больно. Если что, попроси Сергея Сергеевича, он тебе вертуху пропишет. Он может. Он могет, почувствуешь, каково это. Пятка по шнобелю, да? Или под жопу. Какая рыбежа. Радостного вообще ничего. Вот он поэтому бережет вашу рыбу. Подожди, пожалуйста, я хочу тебе показать. Как называется? Элемент, да, скажи. Сергей Сергеевич поможет. Пожалуйста. Нет, папа идет. Все, жди, батюшка, сейчас вышли, разминай. Давай, ты знаешь, давайте ему покажешь одно подтягивание. Зачем? А то он радостный будет. Он знаешь, как обрадуется твоему подтягиванию. А что, подтягивание поможет? Блин, ну как поможет? Ты хорош, Никита. Сиди, иначе я нашел прикольчик. Обалденный парень. И спать, да? Да. Ну-ка, Никита, попробуй спать, пожалуйста. Вот и спать. Так, Рома, Вадим, хорош. Да, я еще сам. Последний подход я же попросил. Да, я тебе жесткий связку делаю. Жесткую связку не надо делать, надо мягкую связку делать. Надо мягкую связку. Вы лучше на соревнования поедете, покажите там жесткую связку. А я слайпер назад сделал! Да. Смотрите! Я сделал его больше боком. Группировкой, группировкой, боком. Ну, давай, так делаю? Давай. Так? Ножку куда перекинем? Через голову ноги перекинем. Хочешь, хочешь, а? Где? Смотри, где? Смотри, у тебя ноги. Для ноги вот отсюда, вот сюда полетел. Вот ногами, давай сам. Бог. Через плечо ты получится сделать. Смелее, смелее, смелее. Все, Ром, Вадим, хорошо? Да, да, Ром. Почти! Да, да, все, парни, типа. Рома, ты обещал. Давай, Саня, Рома, ты обещал. Ром, 10 подтягиваний сделай, потом будем делать. Да. 10 подтягиваний сделай. Я тебе пообещал же, 10 подтягиваний, мы по рукам бьем. Давай, сидеть, давай, давай, 10 подтягиваний. Легкотня, 10 подтягиваний, Роман, тебе. Давай, 10 подтягиваний, Ром. Братан, братан, погоди, братан. У тебя бицуп потом будет в голову разрывать. 10 подтягиваний, это ерунда. Вадим, 10 подтягиваний, Ром. Ватом можно пальцы на себя. Давай, Роман, ждем. Да, блин. Опасно. Я почти сделал. Я штанцы, не могу. Штанцы, штанцы, штанцы. Я не могу прям протянуть. Тебе надо кувырок делать. Аккуратно. Привет, пап. Аккуратно. Привет, пап. Смотри. Ну да, тебе группировка. Стоп. Нет, ты просто скупишься, как коленями по лицу. Отойди. Приедут практически
Так, ну что, готов, парни? Рома, ты не потянулся 10 раз. Все, последний, Роман, сейчас ты закончишь, не подтягивайся. Я сделал. Когда? Когда не пьется? Никита сам. Я столько не пьем, я почти. Пойдем, сейчас один сделаем. Обидел? Тебе, пожалуйста. Сейчас вкусом лучше пленку сохранить на камере, сейчас для элементов. Как? Кто? Ну сейчас, давайте снимем, как ты будешь на свой элемент делать. Можно сейчас ты пока снимешь, а потом ты другой. Роман, ты спроси. Пожалуйста. Давай шустрее, чего? Не делал, я уже их. Ничего себе, Паша, наверное, он тебя. А кто же ловит? Роман, все, собираемся. Пошли на улицу. Ты же 10 потек, я уже не сделаю. Сделай, не обман, Ром. Я только что здесь был. Ром, пойдем, Никита. Сейчас еще. Должен бумажку. Роман, иди на высокий залез. Иди на высокий. Сделай здесь потеку. Ну, я не могу. На высокий ровно быстрее. На аккуратно, да. Лучше так вот. Раз. Все, выключай. Два. Три. Ты потом увидишь себя миллиард подписчиков на ТикТоке или где там, на ВКонтакте. Сделал? Ну все, вперед. Стоп, одну потягу не сделай, мы обещали Вася показать. Все вперед, как хочешь сам, как. Только, стоп, вниз опускайся, ноги вытягивай. Одну потягу не четко, высокую потягу, ни одну делай. Ты вообще там прям до груди, до груди. До груди? До груди, умеешь, мы сегодня 5 штук сделали до груди. Давай. Пальцы смотрят, все нормально, принеслась. Тяни, держи, вылазит еще раз. Нормально, нормально, давай еще раз. Еще два. Еще терпи. Хулиганин. И последний раз. Все, дай пятюню. Поехали. Соберись. Стоп. Ты обещал. Здесь подтягиваем элемент. Давай. Батя тебя верит. Давай, понеслась. Сергей Сергеевич тебя верит. Давай. Красавчик. Все. Залезай. А что, до свидания. А элементы будешь что-то делать? Пап, снимешь еще? Как называться будет элемент? Называй им полный. Соскок с перекладиной. Всем здорово! Сегодня я покажу вам соскок с переворота. И это очень просто, смотрите. Все, я здесь, да. Я рядом с тобой. Ногу прямой, сам. Раз, сам, выше. Пошел. Контроль. Рука не держись. Без моей команды не делай, ладно? Никит, слышишь? Без команды не делай. По центру, по центру. Иди сюда. Контроль. Ты будешь делать сам? Да. Считай. Отсчет. Давай сам. Раз, два, три. Поставь мышки вместе. Давай. Махнем сами. Головой должен высоко подняться. Раз. Два. Он на диване может. Ну, блин. Смотри, какая штука. Для того, чтобы ты на ноги встал. Все. Стоп. Еще живот. Ё-моё. Иди посмотри, как получилось. Стоп. Это что за позор получился? Позор, да ты чё? Ты чё, позор, если бы ты воткнулся бы шеей, ты чё? Вот такой, так ты пресс напрягай, ёшенько. Это больно. Это больно? Ты пробил, что ли? Серьезно? Ты пробил? Ну, хочешь мне пробить? Иди посмотри, что получилось. Если пробить, все-таки не хочешь, она встретит. Давай. Никит. Только руку не ударь. Давай, я разрешаю. Только если захочешь кому-то в жизни проливать, то уже разрешение сейчас. Давай, только руку не сломай. Давай, пак не бей. Только руку не сломай. Я вот сюда, пресс. Пресс, давай. Алло, все, мы уже сейчас уходим. Давай. О! Ну давай, бей. Саш, боли. Сильнее бей. Везение заболело. Давай. Сильнее давай! А вообще даже не больно? Давай! Даже не больно? Ну, давай, иди сюда. Сильнее давай! Бам-бам-бам, левый-правый, давай! А, 10 отжиманий. Нормально,
дай 5 минут. Все, смотри, что бойцы снял. Давай, одевайся, сейчас посмотрим. Все, Никит, не пиши, не ори, не ругайся никому, не обижайся. Вадим, пойдемте, парни. Прям вот его, видать, хочется ему что-то сделать, но вот... Никитов, парни, пойдем. Здесь и ребята, все вот они компания общаются. Топтался в носках вон там на... Никитос, ты на меня или на Сергея Сергеевича из-за чего злишься, что мы подтягиваться заставляем? Обувь и еще раз топтался. Отжиматься заставляем, пресс качать заставляем, приседать заставляем. А что ты злишься на нас там? Неправда. Ты не злишься на нас? Ты на себя злишься? Ну, не надо и на кого злиться. Никит, ты, кстати, вместе с Ромой сегодня так и не отжали. Может, больше бы я с вами не уступал. Толтишок еще дома, да? Там, я там рядом Рома. Нажимался с вами, всего? Со всеми тебе говорил. Ром, ты что, Серег? Ничего. А ты что, ты ищешь? А, ты не помнишь, что тебе 50 раз отдаться надо? Нет, я это помню, только на комплекте. Я не помню, потому что я сюда выступал. Зато я помню. Ну, конечно, вы сегодня умудрились... И я тоже. И он тоже помнит. И ты выступал, и ты тоже 50 раз. Но я думаю, сегодня и Вадиму, и Роману, и Никите перед сном 100 отжиманий, да? Что такого? Стойки на руках. 100 отжиманий, стойки на руках. Парни, поверьте, мы через год на себя по-другому посмотрим. Никита, отвисай. Никитос, пойдем. Вадим, одевайся. Все, конец тренировки, как всегда, конец тренировки. Вас не оттянешь за уши просто. Пойдемте. Никит, ну я с работы устал. Никита, папа, погоди, конец. Я хочу тебе кое-что показать. Рому бабушка ждет. Я не слышу. Тебя дома никто не ждет? Дома уроки надо делать. Папа, можно такое покажешь? Я сделал. Никитос, ну батик поживет. Ну сейчас. Да одевайся, папа. Ложи рюкзачок. Че, зачем ты ему свой рюкзак даешь? Где твоя кофта? Чтобы он его подержал? Давай тебе. Давай, подержал. Положи его. Положи. Нашел? Взял, даешь ему рюкзак. Зачем? Да, до свидания. Все, Никита. Никита. Болит как? Конечно, болит. Переодевайся. Парень, я знаете почему? Роман, у тебя бабулька с работы. Сейчас. Ну, допустим, она дома отдыхает, приготовила покушать, и надо тебе уроки, да, сделать? А, ну, сделал! Парень, у тебя дома тебя ждут? Да, дома ждут, надо порядок помочь, может быть, навести уроки, сделать, да, чем бывает. Никиту уже пришли ждут. И, парни, пожалейте, пожалуйста, своих родных. Вот просто по-человечески. Вы когда станете взрослее, вы так будете вспоминать? Нет, конечно, общие вспоминания сотрутся из-за... жизни много, да, событий будет? Ну так меня дома ужин ждет. Да красавчик, только в трюселях не гоняй, а этот одевайся. Да не гоняю я. Давай, давай, просто давай. В уголок я просто вы потом вспомните такой момент, что когда у вас ваши дети или родные будут как-то вам колебать ум, вы будете вспоминать это все и, скорее всего, будете их отчитывать и в чем-то винить. Типа, вот ты так плохо делаешь, вот себя вы не захотите вспоминать. А наша задача взрослых, что вы осознали, что сейчас происходит, и потом во взрослой жизни вы смогли бы перенести эту картинку из вашего детства на вашу взрослую жизнь. Так или иначе, у каждого из вас будет сын или дочка. У каждого. Все, всем до свидания. Была Олимпийка. Все, до свидания, парни. До свидания. Ну, конечно, та кофта, мы же тебе сердись, ты опять ее сегодня бросил, и мы тебе говорили, сверни. Посмотри в рюкзаке. Посмотри. Вещи у тебя есть в рюкзаке какие-нибудь? Вот. Это что, штанцы? Да. Это футбол? Стоп. А, все, нет Олимпийки? Нет. Странно. И телефон. Только не звоните, сверни. Стоп. Блин, не было у меня никакой Олимпийки. Ну все, я тебе просто показываю. Никита, смотри. Никита, посмотри, пожалуйста, еще раз. Держи. Каждый раз, реально, каждый раз, как всем свернуть, носки свернуть, штанцы свернуть. И вот по домами-то зачем ты звонишь? Встаю, что я поеду. Нет, нет. Все, батя, езжай. Мы здесь сейчас закрываем в зале здесь, и все, он будет в Альбейнере делаться. Да? Да. Все, остаешься. Нет. Сейчас мы охране скажем, чтобы тебя здесь закрыли, и все. Сверни, пожалуйста, сверни. Мам, подскажи.
А у меня были какие-то там вот эти вот олимпийки там? Сейчас я помогу. А, понятно. А, вот, ладно, пока. Не было. Ну, красота, если не было. Значит, о, сворачиваешь, молодец. Ну все, значит, это занятие на это, да, проповедь. Вот сворачивать научился, а этот полотенечко сворачивать научился, штаны сворачивать научился, да? Тут мальчик у нас помнит, учится считать до 100. Некоторые ребята приходят, ну реально, считать, писать не умеют. То есть сидим, занимаемся. Ты тут делаешь, папа? А, я без шапки. Все, давай, идти, я Сергей Сергеевич. Все, если что, в субботу с ним, если поедешь, с ним точно увидишься. Я в первом половине дня провожу занятия, ну и, соответственно, в субботу также тренировка будет. Если получится поучаствовать, если нам не грызет, если приведешь нам грамоту об участии, занятия безоплатные. Две грамоты приведешь об участии, два занятия безоплатные. Попадешь, если каким-то чудом призовую тройку, три занятия, станешь чемпионом, будешь ходить вообще безоплатно, отвечая до следующего турнира, до этого турнира. Вот нас так ко всем правилам. Чемпионы области, чемпионы России. Призер, ладно, чемпион. А вот Данил всегда бесплатно ходит? Нет, он раньше платил. А сейчас он не ходит, потому что тяжело. Знаешь, в чем почему минус, он не ходит? В чем минус чемпионства? Его надо подтверждать. Каждый раз, когда он приходит, он должен подтверждать свою квалификацию. Ну что он не ходит? Ну, потому что надо подтверждать, надо отжиматься, приседать. А ему это не нравится. А долго еще не будет ходить? Я не знаю. Я надеюсь. Ну они ходят другой, они в тренажерный ходят. Которые раньше ребята не занимались с ними. А я не знаю, я не могу сказать, как он Максим, я знаю, что у них там ребят. Но опять, это я точно не знаю. Там... А я точно знаю, что это ногу чуть не сломал. А я точно знаю, что я не хочу, чтобы и мои родители не хотят, чтобы ты что-то повредился, поэтому я здесь стою над твоей душой, охраняю тебя, оберегаю, прошу Никита, братишка, не хулигань, понимаешь? Я точно вот это знаю. И кто из нас точнее знает? Никита, а? Обувайся. Ты о смысле жизни, что ли, задумался? Не знаю. Я понял. Так. Все, парни, всего доброго. Да, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Так, что, Серый, ты там, а я здесь, да, поправляю? Ну, да. А что, вчера брали, да, ребята? Ну, пора он тебя. Пап, не делите, а догоните. Штанга наша, да? И штанга. До свидания, Сергей. До свидания. А Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич. Красавчик. Все, Никита, всего доброго. До завтра. До завтра. Серый, вот стоп в тканевую сторону. Вот этот поролон надо затянуть в чехол. Надо сейчас. Я повыше специально залез, чтобы. Я с моим побегу и порвали. Во, промат. А, стоп. Я тут погоди. Его же здесь тоже разорвали. Сейчас. Так, держи чехол. Да, держи чехол. Сейчас. Все, последнего. Так, погоди, сейчас знаешь, что я сделаю?